Народ, всем добрый день. В общем, потихонечку еду я. Доехал я между Новосибирском и Омском. Остановился сейчас в кафешку перекусить. В общем, покажу сейчас озеро у них тут какое-то. Вон кафешка. Ну, в общем, все как всегда. В кафе все на вынос. Опять бичую, стою. Ой, блин, стою, кофеек попиваю, перекусываю, поглядываю на этот мотор, мне ж так интересно. Сейчас покажу. В общем, стою, кофе хлещу, ну так начал внимательно смотрю, рассматриваю, думаю, что-то за залипуха. Я так понимаю, это ж трубка идет, слива масла. Смотрю, а здесь, наверное, какой-то такой хомут в виде вилки должен быть. Зажимать кольцо, чтобы эта трубка, понятно, что она здесь держится, но от вибрации она будет отсюда масло шуровать. В общем, чем я больше на него смотрю, тем мне печально становится. В общем, люди хапнули нормально. Красили тоже, он видно, да? Сверху задули. Ну пойдет, что, какая разница. Золото им копать нормально, блин. Ребята, вот вышел сейчас на стоянке, смотрю. Вот это не габарит, блин. Вот это кто-то прет. Блин, я такого не видел. БелАЗ, наверное, что-то, блин. Что-то у нее колеса нафиг спускались. Сколько тут веса? Вольвак тянет. Тут они габарит, реально. Колеса в запасах новые лежат. Охереть. Очень интересно. Ну, ширина, наверное, метров 5. Щепно. БелАЗ, наверное, разобран. КамАЗ. Дешево колеса. Что-то интересно, не габарит. Вот Олегу Кравцову снимаю. О, плохо очень видно. В общем, сейчас еду между этим Омском и Новосибирском. Идут такие плесы. Это вот кому, кто охотники, рыболовы. У меня там есть кент Олег Кравцов, вот ему снимаю. В общем, утят валом, то есть на этих плесах. Сейчас они немножко подрастут и начнут к нам лететь, а мы их будем там ждать. Не видно, они сильно мелкие. То есть заводины идут. Уточка есть. Вот, ребята, я вам показываю, как японские автомобили по трассе ходят. Вид сзади. Вот он едет. Впереди там КамАЗ что-то чихпыхает. Вот он едет. Он нихера не видит. Он сидит вообще с другой стороны. Он сейчас либо за газелью пойдет. У него есть пилот, который говорит, можно обгонять или нельзя. Вот, один выглянул, второй выглянул. И все, и тогда он пошел на обгон. Вот еще один метает бисер, потому что нихера не видно. Вот так вот они тут ездят. Потому что я вот обращал внимание. Думаю, я уже говорил, думаю, да ничего не пойму, но идет по встречке, блин, и все, сзади меня, в зеркале. А потом думаю, а, у меня же руль правый, ему не видно. Вообще, они так метаются. Нормально. Потом еще что хочу сказать. Сейчас, значит, я в Якутии уже был. Тоже заметил такую вещь. Начал я считать, мне так стало интересно,
потому что у меня взял я себе американца, да, ну и начал считать именно по фурам, да. Ну, едешь в Новосибирск, образно говоря, Красноярск, из 10 фур идет 7 Европ, допустим, 3 Америки. И там, ну это так, такое наблюдение. Потом доходишь до Иркутска, через Иркутск на Байкал занырнул, идет 5 Америк, 5 Европ. 5 Америк, 5 Европ. Вот. Потом чуть дальше там Сковородино поворотит на Якутию. Сворачиваешь и начинаешь наблюдать такую картину. Из 10 машин идет 9 Америк, 1 Европа. То есть Европа, ну, ездят-то на любых машинах, разницы-то нет, в принципе, на какой машине ездить. Но это очень сильно заметно. Америк на востоке очень много. То есть они там популярные. И встречал я там машинки, конечно, есть хлама, есть у людей такие красавцы. И Кенварды, и Фредлайнеры, и Катерпиллеры, блин. Много, конечно, убитой техники, но есть такие люди, за ними смотрят, по всей видимости, частные. Сейчас идет практически вот так встречается одна Европа. Потом попозже, когда через Урал, вернее, не через Урал, мне что-то Урал, через Иркутск на Байкал перевалю, там вот поснимаю видео и посчитаем даже для интереса. Вот шестая машинка, вот это вот идет седьмая машинка. Сейчас посмотрим. Пока идет Европа. Потому что Новосибирск. Здесь, в принципе, трассы идеальные, дорожки хорошие. Подъемов нету, дорога идеально практически ровная. А вот после Новосибирска предстоит, конечно, мне коптить очень серьезно, потому что там Кемерово, Кемеровские горки, Красноярск, Иркутск, Канск. То есть там все это будет начнется вверх-вниз. Ребята, заехал я сейчас в Новосибирск, тут с краю на трассу, вот, в общем, заехал, это, фильтра надо мне взять на Баффано Филлипса, ну и вышел на улицу, увидел такой подарок, хорошо, что недолго я ехал, колесико-то пустое, в общем, сейчас подъедет таксист, там курьер привезет, фильтра топливные, вернее, фильтра масляные, потому что менять их придется там в дороге. А я сейчас пойду как раз узнаю, где тут есть шиномонтажка, сколько колесо будет сделать. В общем, проживалась камера, блядь. Сейчас, блядь, поставим. Другую камеру поставил. В общем, заехал, все, ребят, на шиномонтажке сделал. 500 рублей отдал. Я заезжал, фильтра покупал. Привез таксист фильтра. Мне взял трое фильтров, чтобы поменять можно было, если что там в дороге. Где-то надо будет. В общем, двигаю я дальше. В общем, приехал я на стоянку до Илюхи. Сейчас надо принять ванну, выпить чашечку кофе. В общем, что-то я тут встал как-то, блин, непонятно.
раком боком, блядь, или переехать куда-то. Сейчас посмотрю, надо, куда лучше стать. В общем, буду заниматься, потом дальше движение пойдет.